Победителя молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе Данислама Баматова торжественно встретили в аэропорту Махачкалы. Уроженец Дагестана ударно провел мировое первенство, проходившее в столице Башкирии. Баматов выходил на ковер 4 раза, набрав суммарно 33 балла. В финале дагестанский спортсмен победил иранца со счетом 7-3. От имени министра по физической культуре и спорту республики Сажида Сажидова поздравил спортсмена с победой начальник управления министерства Халитбек Махачев. Со словами поздравления в адрес победителя выступили представители администрации города Буйнакска и Буйнакского района. Спасибо всем, кто болел за меня искренне, кто переживал за меня. Спасибо всем большое. Вот эту победу я хочу посвятить своему покойному тренеру Закаряеву Камилю Ахмедовичу.